горло прочистить надо. Народ, привет. Привет, ребзя, любителям автомобилей, особенно правого руля. Наше дело правое, как Ленин говорил, да, мы победим. Вот едем соточку, как в песне на спидометре, соточка дрожит, да? 3000 оборотов, 105 где-то, да? Сигнал есть. Короче, это 94 года Toyota Corolla, он же Sprinter, он же Corolla Sprinter, то есть Toyota Sprinter, 104 кузов, SE, как американский, SE, 104, 104, SE 104, 2C мотор, дизель, не турбо, 2-литровый, 2-литр, 4x4, all-wheel drive, full-time, полный привод, постоянный привод, короче, механика, вот она, 5 передач, пробег 145, комплектация полудеревянная, да, или полулюкс, потому что кнопки есть, вот они, кнопочки есть, да, центральный замок, печка простая, не климат, есть еще лимитед, там все вообще фельдеперство, вот. Ну что, вот полный бак, да, уже сколько, неделю ездим, да, все, полный бак. Правда, проехали 125 километров всего, но зато по городу. Вот летим, американский автобан, летим тихонечко, не спеша. Что нравится, что на коробке на дизельной ездишь на механике, хоть она и полный привод. Always full tank, very economical, up to 60 mile per gallon. В общем, экономичная, страшно. Расскажите, у кого есть Corolla, или Sprinter, или Terzl, Corsa, дизельные электроходы, ну или Caldina хотя бы, Caldina, Maldina. Вчера Caldina продавалась, и Mark II даже, Crown я видел на аукционе, полный привод, универсал, дизель на палке и полный привод, да? Вообще редкость Crown, чтобы дизель полный привод был, даже в дроме на каталоге нет такого. Едем монеты копать. Короче. А, сегодня же воскресенье, да? Да. Сегодня воскресенье. Надо стрим сделать. Вечером попробовать зайти. Вот. Когда еще не темно, в 6 часов. Это значит 6 утра. Нам никого не будет, наверное, на Урале. Ну да. Тоже. Тогда понедельник, значит. А если понедельник 9-10 утра, то будет примерно вечер, да? Да. А сегодня утром можно было, конечно, сделать, да. Ну ладно, вот такая погода опять пасмурная, да? Погода всегда тут зимой. Летом хорошая погода, но там, как в Сибири, 3 месяца всего. Его трясет, как, да? Ничего себе. Дорога. Как будто колесо квадратное, бетонная дорога. На мосту. Как мост, так дорога портится. Так, что еще рассказать? Поедем монеты покопаем. Сегодня выходной. Вон этот электрический электровоз делает дороги для этого паровоза на магнитной подушке типа. Да, и кто там? С Америки отзывайтесь тоже. Что-то американские. Русские, американцы нас не смотрят, да? О, там справа столько бомжей было. Палатки их. Может, где-нибудь покажешь? Сейчас. Вдоль скоростной трассы много бомжей, которые в палатках живут. Берут, да, не покупают, покупают только эти вот, что у нас, дома на колесах, вот берут вроде, да, автобусы берут, эти делики, хаисы берут, ну если в идеальном состоянии, да, маленький пробег, машину 25 лет, повторяюсь, мы возим машины 25 лет и старше, исторические, короче, машины.
говоря, вот это пасмурные дожди в Вашингтоне оказались правы люди. Всю зиму, уже март скоро, да, а все еще дожди и пасмурно. Ну что поделать, Тихий океан холодный, дует тут всегда. Хотя летом, блин, всегда хорошо, да? Да. Вообще погода почему-то, куда-то все это облака улетучиваются летом. Вон, приезжаем в центр уже. Ну вот соточку нормально, на 90, вообще идеально ехать. Отлично идет. Выше, выше уже не очень комфортно, слишком большие обороты. Сколько тут у нее лошадей-то? 7-4 лошадки всего лишь, по-моему. Не турбо, а мотор. Вон центр, да? Мы тут же монеты искали, да? Тут какой-то газовый завод. Сейчас наверху мы что видим. Не видать? О, уже жарко. Королла спринтер, зимний вариант. Печка жарит, так что. А, вон он, этот завод, да? Где монеты искали. Самый старый, какого года нашли монету? 47-го или 57-го года, да? Или 54-го года? Самая старая монета. Че, закругляемся? До связи.